Доброе утро, добрый день, дорогие друзья. Посмотрите, как цветет пруд. С этим срочно что-то нужно делать. Ну, хлоренцию эту заказали, биобактерию, но она придет через неделю примерно. Заказали ее еще дней 5 назад, чтобы в пруд вылить. Но этот пруд что-то зацвел так. Скорее всего, сейчас выкачаем половину. Может быть, полностью выкачаем, но тут слишком много воды. И зальем новую. Хотя бы так, чтобы животным пить было. Трактор приехал, работает. Всю вот эту вот... Все кучи эти, он сейчас в одну, я попросил, делает. И тут будет готовить под еще одни маленькие вольеры, вот такие же. Ну и там дальше, что успеет за сегодня, то и сделает. Оттуда еще кучу надо перетаскать сюда, на эту. Будем подбирать толстые деревья самые, и из них делать уже вот здесь мини-заборик такой. Хоть что-то. Вот что невыгодное, посчитал. За две машины 35 тысяч. Как-то очень дорого и мало вывозят. Тут надо машины, не знаю, 20-30, чтобы вывезли все это. Это слишком дорого выходит. Ну, а также сейчас сеяли траву. Везде, там в маленьких посеяли. Здесь у нас сейчас мы яму опять закапываем. Яму пораскапывали. Ну и все, в принципе. Там ямы еще надо подкопать. И в эту субботу у нас будет субботник, день волонтеров. Постараемся сделать озеленение. По минимуму озеленение. Будем большое готовить озеленение уже осенью. Ну что, нашли моторчик. У нас немножко он затерялся, на видном месте вообще лежал. Сейчас его закинем. Как раз и фильтр в пруд поставим. Здесь восстанавливаем экосистему в парке волков. Так, это никуда не денется. Так, ну, конечно, мало этого. Опа, одна дотронуться. Так, все. Сейчас мы размотаем. И вот это польем сначала вокруг. Нам надо полить. Семена вот порасходовали. Все, включаем. Пожалуйста, включаем. Вот. Сейчас он не шибанет. Должно. Оба! Во! Пошла жаришка, пошла. Сейчас все обольем. Конечно, эта водичка плохая. Но тут сетка. Ну все, сейчас пополиваем до туда куда-нибудь. Чтоб она шува, она воняет. Да, там вообще внизу воняет. Здесь, конечно, плохо, если камушков не надо было ложить. Сейчас наконец-то взвесим наших валендов. Им 3 месяца исполнилось недавно. Так, тихо. Так, нельзя. Это вольник и воин. Два брата родных. Вольник остается у нас. Воин. Так, как вы хулиганы. Воин поедет. У нас, в общем. В общем, у нас вольник, воин продается. Так. 97,9, 98. Так, 98. Так, иди сюда. Вольник. Ах ты. Ах ты. Блин. 90. Ух ты, ты тяжелей. Это у нас от белки и дара. Прикреплю. Слушайте, 101. 101 200, видно? Вот он у нас. Богатырь наш остается. Самый какой злюка тоже. Ох, злой. Никого не пускает. Эй! Бандиты, сейчас я взвешусь. Восемь шесть двести.
твою, ах ты хулиганье, ах ты. В общем, у нас воин весит 11800, 12 килограмм, в общем, 3 месяца. А вот этот богатырь весит, сколько ты весишь? Сколько? 15 килограмм, вы представляете? 15 килограмм он обогнал по килограммам йети, нашего рекордсмена западносибирской лайки. Перегнал на чуть-чуть, на сколько там, на 500-600 грамм, по-моему, перегнал. Вот, ну здоровый будет, тоже очень здоровый, крупный кобель, да, рослый. Ах, красавчик наш. Но эти тоже переростки, получается, именно по ZCL, если смотреть. А так для Лоленда это нормально, отлично вообще. Воин тоже, у нас акула, сколько, 12-300, 12-200, ну, 200 грамм, 300 разница, ничего страшного. Покажи их, хулиганы какие, все им разломать, все поломать. Куда, цветы взял? Посеять у вас цветочки или что это такое? А, это приправа. Что делать здесь приправа? Ах, ну. Ну давайте вам по косточке дам. На. На, все. На. На, на, воин. На. Так, на, воин. На,